Привет, друзья! Это очередной выпуск программы «Одно место». Меня зовут Равшан Хаджиев, и я очень рад нашей встрече. В связи с этим предлагаю вам безумно вкусный, нереально мужской, очень зимний, крутой плавешник. Ташкент – очень вкусная столица. Здесь знают, что такое мода на еду. Но если в Москве и других мегаполисах сначала в моде были суши, потом бургеры, а потом стейки, то у нас ситуация немного другая. У нас в моде сначала плов, а потом другой плов. Все мы помним моду на зигир-ош. Это плов, который готовится на кунжутном и льняном маслах. Все мы помним моду на самаркандский плов в Ташкенте. У меня на канале порядка 100, наверное, комментариев, которые гонят меня на паркентский рынок, потому что там самый вкусный в Ташкенте самаркандский плов. Я знаю это, я не спорю с вами. Все мы помним, как в прошлом году качал и до сих пор в некоторых местах подкачивает плов из качалок пайли-ош. У меня есть эпизод, посвященный этому плову, обязательно посмотрите. В этом году ташкентцы без ума от плова, который называется ачык-ош. Это горький, по-настоящему мужской чайханский плов. И сегодня я собираюсь вам его показать. Поехали! Ну что, друзья, я приехал. Наверняка за 40 секунд моего стремительного движения не каждый из вас понял, где я оказался, но все очень просто. Запоминайте. Пост Учка-Храмон. Вы едете в сторону границы с Казахстаном. Как только вы увидели большую красивую мечеть справа, знайте, на ближайшем светофоре вам нужно повернуть направо. Далее вы едете по узкой проселочной дороге, доезжаете до маленького перекрестка, который тоже обслуживается светофором, и поворачиваете налево. Едете еще чуть-чуть, и вот вы здесь. Да храни Всевышний вашу ходовую. Я обязательно оставлю локацию прямо под видео, это традиция. Ну а пока предлагаю себе поторопиться, потому что Батыр-ош вас ждет. Давайте посмотрим на плов, ради которого сюда приезжают со всего Узбекистана и даже гости из Казахстана и Таджикистана. Yeah.
Вечереет в Ташкенте, нужно успеть сказать несколько слов до того, как стемнеет. Друзья, я провел здесь целый день и нисколечко об этом не жалею. Это безумно вкусный, очень согревающий, по-настоящему, как я уже говорил, мужской плов. Тот ляган, который вы видели на столе, рассчитан на 6-7 персон. Цена этого плова 230 тысяч сомов. Есть пловы и подороже. Здесь приготовят любой плов по вашему желанию. Если хотите плов с мясом медведя, милости просим, здесь вам такой приготовят. Вы видели, в соседнем большом казане варится машкичери. Я несколько раз снимал специально, потому что являюсь фанатом этого блюда. Вот этот казан кипит вторые сутки. По словам Батыра Ошпаза, там более 10 видов мяса, включая и животные жиры. Там баранина, там говядина, там хвост, там конина, там костный мозг, там вяленые перепелки, там вяленые голуби, там маленькие какие-то вяленые птички. Я вообще вижу это впервые. Вы видели их на кадрах, они на шпажке нанизаны. Все это варится. Казан на 45 человек. Скажу вам по секрету, сегодня сюда, в эту чайхану, приедут футболисты одного очень известного футбольного клуба. Я не буду называть название команды. Зачем? Так вот, это готовится для них. Наверное, у ребят завтра какой-то ответственный матч, потому что это нереально крутая еда. Это самый настоящий, самый органик бустер тестостерона. Я просто представить себе не могу, как они завтра будут носиться по полю. Пожелаем им победы. На этом все, друзья. Все самые полезные ссылки внизу. Жмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые эпизоды на моем канале. Нереально вкусно. Я слышал об этом месте несколько раз. Сегодня я убедился в том, что оно крутое. Надеюсь, вы мне поверите. Все контакты, все будет в самом низу. Пока.